Приветствую вас, уважаемые друзья. Пришел сегодня порыбачить. Река, как обычно, западная Двина. Сегодня у меня есть пару часиков. Похожу, покидаю, немножко поджигую, немножко покидаю костмастеры. Посмотрим, пока рыбка не гуляет, но надеюсь, что-нибудь споймаем. Погодка хорошая. На реке тихо, благодать. Всплесков пока не вижу, не видно, чтоб рыбка гуляла. Но как бы в субботу не хочется сидеть дома, хотелось бы что-нибудь поймать. Там вот сидят фидеристы, подошел, но вроде бы так особо ничего не поклевывает. Вот посмотрим, что у меня получится. Что-нибудь, надеюсь, поймаю. Ну, начинаю ловить. Ловить буду на спиннинг буриза. Катушка Shimano Nexva, плетеночка Yuzuri, единичка. Вода, друзья, сильно падает. Буквально 2 дня назад она была вот здесь, по этой бровке. Теперь она упала, наверное, на метр, на полтора. Очень много травы. Попробовал поджиговать, но трава мешает полноценно сделать проводку, поэтому я переключился на костмастеры, пробую ловить жереха. Правда, один минус, что жереха не видно, не видно ни всплесков, не видно, чтоб он гулял, поэтому рассчитывать на его поимку тоже трудно. Но может быть и клюнет. Ой, здесь и трава. Надо аккуратненько доставать приманки. Скользко. Чуть спустился к воде. Погодка сегодня хорошая. Правда, даже жарковато. Днем сегодня 26 было. Днем не получилось поехать на рыбалку, хотелось открыть лодочный сезон. Но Саня приболел, поэтому никуда не поехали. Хорошо, что Двина рядом, от моего дома метров 800. И прошелся, прогулялся, хотя бы пару часов провести на рыбалке. Попробовать что-нибудь споймать. Может быть, сейчас на заходе солнца, на закате и жерешок проявит себя. Хотелось бы щучку споймать, но тут хотя бы что-то. Со спиннингом очень доволен. Приобрел этот ZMX Buriza и начали при лове появляться у меня жерехи. Теперь хотелось бы, конечно, еще половить судака. Поджиговал, покидал приманки. Одна поклевочка вроде бы была. Приманку порвало. И все. Даже камеру не успел включить. Поэтому будем ловить. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Опа, поклевочка. Что-то хорошее. Жерех. Жерех. Взял вроде слабенько. Ох, как прет по траве. Трава большая. Давай. Успокойся, дружок. Опа. Ну вот, друзья, вот такой вот жерешочек взял на костмастера. Смотрите, какая грязь. Вода сильно падает. Не вылезти. Но уже приятно. Разловился.
Сейчас сниму, взвешу. Он хороший такой. Полторашечка должна здесь быть. Сейчас, друзья, взвесим. Ну, я как и предполагал, 1,5 килограмма. 1,535 кг. Красавец. Да, приятная рыбка. Хорош. Ну, продолжаю ловить дальше, друзья. Вдалеке идет какая-то неприятная туча. Хотя на ночь передают дождь. И завтра днем передают дождь. О, жерешок сыграл. Вот первый выход за вечер. Попробуем достать этого друга. Трава. Ловить не очень приятно по такой траве. Каждый заброс — зацеп. Хорошо, плетенка хорошая, можно вырвать. Подходит, друзья, ко мне вон туча. И чтобы меня не накрыло дождем, буду я по-быстренькому собираться. Рыбалка получилась короткой, примерно 1:20. Но и за это время я без рыбы не остался. Как видели, в прилове у меня жерех. Жерех завесил 1,5 килограмма. И я считаю, это очень довольно хорошая рыба. Тем более я жереха люблю. Делаю с него вяленый балык. И он получается очень-очень вкусный. Я знаю, что многие рыболовы не берут жереха. Считают, что он очень костлявый. Но я скажу вам так. Если вырезать хребет, выбрать по возможности кости, ребра, рыба получается очень вкусной. И костей не так уж и много. Тем более в вяленом. Кости очень быстро достаем и выбрасываем, выплевываем. Поэтому рекомендую, друзья, попробовать. Ну а на этом буду видео заканчивать. Всех благ вам. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. До новых встреч!